В Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы «Умный перекресток», которая призвана повысить безопасность дорожного движения и эффективность управления транспортными потоками на городских магистралях областного центра. В Твери внедрение системы «Умный перекресток» началось в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На первом этапе было установлено 12 умных светофоров, связанных в единую сеть, позволяющую осуществлять комплексную регулировку трафика. Данные о движении транспорта система получает при помощи индуктивных петлевых детекторов, заложенных в дорожное полотно. Такой подход, в отличие от систем видеонаблюдения, эффективно работает при любых погодных условиях, а глубина заложения исключает возможность повреждения детекторов при дорожных работах. В текущем году продолжается мероприятие по повышению безопасности дорожного движения. В рамках заключенного муниципального контракта со Швабом Москва в текущем году будет проведена дополнительная модернизация 25 светофорных объектов. Из 25 светофорных объектов 11 светофорных объектов будут работать в адаптивном режиме с петлевыми датчиками. Умные светофоры располагаются на основных перекрестках магистральных дорог, рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. Если в прошлом году основные работы пришлись на центральную часть города, то сейчас система расширяется в другие районы. Данные объекты будут располагаться на основных перекрестках магистральных дорог. Это такие, как площадь Гагарина, Вокжанова-Маяковского, Вокжанова-Смоленский. Далее работа продолжится на проспектах Калинина, Ленина и Николая Корыткова. Всего к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 60 умных светофоров на всех основных магистралях Твери.